Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, ежедневки. Выиграйте игру взрывоцветным растением-героем. Так, нанесите 20 единиц урона героем-профессором мозговая атака. И нанесите 20 единиц урона героем-капитаном огоньком. Офигеть, что за капитана огонька, я не знаю, когда играл в последний раз. И за профессора. Ну, давай выберем, наверное, вначале профессора. Начнем за него. Так, посмотрим, что тут за колода у него. Так, телепортист. А зачем мне вот столько вот этих вот ландшафтов? Так, подожди. Курабочек будем брать? У меня три курабойщика. Так, бомбочки, ландшафт такой. Угу. А зачем мне вот этот тут? Брать так вот такой ландшафт тогда уж. Добор. Кровавая луна у меня здесь еще взята. Тюнь-дюнь-тюнь, тюнь-дюнь-тюнь. Взять эту, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, куда тут столько их? Я не видел, что их там три. Кого же взять-то тогда? Давай нормально подумаем. Этот, в принципе, неплох для добора. Для добора он, в принципе, неплох. Может, вот этого взять? У нас гаргантюах тут нету. А с другой стороны, зачем они нам нужны, если у нас есть курабочек? Нам больше надо на заклинание тогда, получается, акцент ставить. Ну что, попробуем. 20 единиц урона нанести профессору мозговая атака. Почему на заклинание, ребята, нужно делать акцент? Потому что здесь очень много этих. Так, вот, наверное, берем. Зубостизила. Какой ранг? 34-й. Ну, парень однозначно знает свое дело. Мне дадут сегодня бомбочку, как думаешь, или не дадут? Угу. Так, телепортист. Мне уже не нравится наша постановка дел. Мне уже не нравится наша постановка дел. Так, у зубостизилы чего нету? Правильно. Могилоедов. Да иди ты в пень. Плохо. Да твою налево, блин. Вот так вот, да, значит? Yeah.
Давай так сделаем. Да, уничтожает он со здоровьем. Так, надеюсь, какой-нибудь хорошенький здесь выпадет мне зомби. Йети. Ух. Да ты офигел, что ли? Эй! По-моему, ребят, карантарики мне. Вот тебе, ребята, и куробойщик. Вот тебе и куробойщик. Не получилось нифига. Профессор, ну как же так-то? Ну... Пытаемся еще, ребята, пытаемся. Роза. Причем ракета есть. Ни одной ракеты не выпало. Ни одной ракеты, блин, не выпало, ребят. Ну как так-то? Вылез твою налево. Ну, я думаю, что он не подумает, что у меня колода на пиратах. Ну, как по мне, вот это было очень глупо сделано. Ну, я не знаю, ребят, у него, может быть, свои какие-то там прибамбахи. Давай сделаем вот так вот. Ага. Дает ему дополнительную энергию. Ну-ка, давай я так сделаю. Че? Замораживает? Ну ладно. Сейчас энергии нахапает, правда, ребят. Немерено. Ого. Ого. Смотри, что делает. Но он ничего не сможет сейчас сделать, ребят. Заклинашки применить не сможет он. Вот сейчас уничтожит, да. Заморозки, серьезно? Так, ребят. По две единицы урона сейчас наносим. И делаем вот так еще. Поехали. Угу. Так, его бомбим. Бомбим этого. Кукурузу. Кукурузу ставит. А что он может на кукурузу? Понятно. Шесть и два. Бомбанул, да, все-таки? Все-таки бомбанул. Давай сделаем так, наверное, и тогда вот так. Он сейчас сюда кого-нибудь поставит, друзья.
ты заколебал своими заморозками-то вечными. И бобы добавляют в колоды. Ой, фигня, фигнюшенька, ребят. Ну ты понимаешь, да, что это уже кранты. Профессор, как же сложно, а? Как же сложно за тебя. Давай-ка что-нибудь другое подумаем. Давай посмотрим другую колоду. Не посмотрим, а придумаем другую колоду. Мы можем сделать колоду на танцорах у него. Будем делать. Пытаться на танцорах сделать колоду, м? Или на профессорах. Это даже не выпало нам. На танцорах. Да у меня танцоров-то не так уж и много. Не, ребят, это не пойдет. На танцорах не пойдет. Видишь, вот эта вот колода, она хороша, но здесь очень дорого стоят у него карты. Очень дорого стоят карты, причем на самом начале. Этот телепортист, это, ну что он мне даст? На ранней стадии он ничего мне не даст. Если сейчас зеленая тень будет работать на горошинах, может быть, конечно, есть смысл взять зомби в бочке. Как вариант. Давай так поставим. Угу. Добавляет бобы. Хорошо. Хорошо, я понял. Добавляешь бобы. Причем, опять же, ребята. А. Сейчас у него сработает защита. Заморозку, наверное, сделать. Или что? Да уж. А дальше-то что? Пропускаем пока. На воду сейчас еще одного ханурика просто нет. Нет, ребят, не стал ставить его. Никого на воду. Усилил. Так, тут 1-4. Аренушка, да? Ну, поехали. Понятно, тут срабатывает защита. Что там у него остается? Я уже не помню, ребят. Заморозка? А может быть, горошина?
Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давай так сделаем. Сейчас на своих фасольках на этих, да? Рикошет. Вот бомбит все равно, в любом случае. Давай сделаем так. Поехали. Ай, профессор, блин, кислых щей. Так а что тут, ребят? Ну, он мне пропишет потом два в лицо и все. И до свидания. Так. Лаборант, бонусную атаку. Он всем делает бонусную атаку. Две единички могу прописать вот через этот. Давай так, короче. Сейчас заплюет меня. Я говорю, сейчас заплюет. И чё далее? Далее у него там бонус, да, будет? Я ж тебе говорил, бонус будет. Горошину придержал. Хмыря. Но если бы не горошина, все, ему кранты, походу, дело было бы. Наверное. Все, ребята, я отмучился за профессора. Не могу из-за него играть. Меня вот раздражает он, если честно. Так, а следующий у нас там капитан Огонек. Все, пошли за капитана Огонька. Кстати, тоже не такой простенький чувак. У меня всего лишь одна колода на него сделанная. И если не ошибаюсь, это... Эти, как они там? Как называются-то? Комочки-то эти. Как они называются-то точно? Махострел. Ё-моё, долго думал. Как его там? Мхострел. Именно на них у нас колода сделана. Но дело в том, что против заразительной сальцы иногда это все не работает. И думает опять, да? Ну его надо бомбить, понятное дело, ребят. А зачем ему этот? Это что за интересная такая колода у него получается? Очень интересная колода. Да я даже не знаю, ребят, ну... Давай сделаем так. Если есть заклинание, он, естественно, потратит. Но
Но он не стал. Он не стал. А что он думает? Что у него? Я просто не могу. У него одна только карта была. О, вот что он. И кто же там? Угу. Я понял. Не успели, блин. Не успели бомбануть. Его сюда перекантовать или как? Или бомбануть его через ягоду? Так. Поставить комок. Ну, у него заклинание есть, еще не забывай об этом. Еще утворяет. Он даже как. 1+1, да? Один плюс один. Один плюс один. Ага, я тебе говорил? Испугается. Думает, а стоит ли тратить, да? Давай, думай быстрее. Но он не стал. Ну что, через бонусную атаку бомбить будем или как? На следующем ходу все равно поставлю кукурузу. Четыре и два, это получается 6. Ладно, хрен себе. Поехали. Ну что, ребят, кукуруза, конечно, кукуруза будет на следующем ходу выставляться. Это тебе не поможет. Хотя... Сейчас глянем, что он будет делать. Даже так.
Что остается нам, ребята, сделать? Бонусную атаку, верно? Это тебе не поможет, парень. Все. Пенек со своей одной колодой, которую мы создали еще при царе Горохе, до сих пор, ребята, рулит на ней. А, это взрывоцветной был еще к тому же. Так, ну что, теперь побежали, сделаем ежедневку. Сюрприз уже поменялось. Заразительная Сальса решила оценить колоду «Экзотический ливень» и начинает игру с кошатницы. Отправьте питомцев по домам, воспользовавшись колодой вспышки на солнце зернопокалипсис. Ну, давай посмотрим. Зернопокалипсис, да? Черт его знает, как тут лучше сделать-то. Да фиг ли вы мне с этим виноградом-то, блин? Виноград все подсовывает мне. Но я не буду пока ничего ставить. Все, молодец. Вот. Этого чудила надо убирать отсюда. Поехали. Оп, защита сработала. Сделаем вот так. Как ты мне дорого, а? Да ну хорош. Кошатница достала. Блин, сейчас будет прокачиваться еще. Слюнявый говнюк. Ну это трындец просто, друзья. Вспышка, дай мне, пожалуйста, этот. Что мне дать-то надо? Что-нибудь дай. Ну хотя бы так, тоже пойдет. Молоточек. Нет, парень, это мы знаем. Вот эти трюки твои. Пошел отсюда. Кукурузочка. Кто там у него? Ой. Не очень приятно, если честно. Ну все, 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 успокойся. У меня только один вариант. Ай, опять в лицо-то как не хочется получать, а? Я не получил, да? Угу. Еще не легче. Как тут лучше сделать-то? Опа! Поехали. Эх, сейчас у него сработает. Что он может сделать? А вот так вот. Отлично. С
же он достал уже, а? А, у него ничего не осталось, получается, да? Поехали. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Так, отличненько. У него ничегошеньки не осталось, ребят. То есть карт у него нет. Что ты хочешь сказать, что у тебя там заклинания остались, что ли, какие-то? Ну, я вот так сделаю. Он же, по-моему, может 3 в лицо нанести. А, ну это надо. Есть, конец ему, ребят. Пробили. Пробили супостата. Так, ну что у нас там? Что у нас там, ребят? Дайте-ка. Ранг, я не знаю, повысим ли мы сегодня ранг или нет. Но сыграть. Давай за бабаха попробуем поиграть. Пару каточек сделаем. Так, против меня, ребята, этот Гигантус. И что за колода твою налево, а? Это что за колода? Да вы... Сделал только хуже, ребят. Да, бабах. Что ты радуешься там? Радуется он мне. У нас игра начнется только после... Не знаю, в данный момент после 5-го хода. После 5-го хода. Ландшафтов, по-моему, нету у бабаха, если не ошибаюсь. Или все-таки шипастая лужайка, может быть. Могилоед зато есть. Валим этого хмыря. Нечего ему тут делать. Кактус. Давай я так поставлю. Шаманство. Так. Кукурузы. Но он все добирает, добирает карты, ребят. Я же вижу, что он доборами занимается. Все занимается он доборами. Что он там поставит? Понятно. И это все? И это все, да? Три день с растения. Так. Тю-т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 ю.
Опять шаманит. Он все не угомонится, ребята. Про свое шаманство, про это. Заморозку делает. Ну ладно, давай. Сейчас он срабатывает защита. Давай сделаем так. Теперь ставим кукурузу. Нет, ребята, не кукурузу пока. Пока не кукурузу. Ай, как виноградина, это сейчас не вовремя. Как ты не вовремя, виноградина. Как же ты не вовремя. Да. Телепортист у него, оказывается, там был, да? Это крик, крик боли, лишь бы не этот. Но это как называется, друзья? Вот это вот, как? Че вот это такое? Хана мне, все, ребят. Своей кровавой долбанной луной, блин, прикинь. Понимаешь, меня что бесит? Что выпадает, блин, вот это вот. Почему вот это вот выпало, блин? Говнюку этому вшивому, блин. Там все было нормально, ребята. Ягода должна была пробить. Как-то должен был... Ну, бомбануть того, и все, и ягода бы пробила бы ему лицо. Просто напрочь бы. Нет, выпадает именно пират. Причем с прочерком, блин. Дает Гаргантюа, который там сидит, тоже прочерком дает. Да. Вот так вот бабах. Давай поставим Олег сюда, на воду. Сейчас он его уничтожит. Нет, не уничтожил. Ждет. Он ждет момента. Возможно, у парня есть флакон. Возможно, ребят. Сейчас проверим. Проверим его на камень. Нет у него камня никакого. Пока. Угу. Испугался все-таки, да? Ладно, любого гаргантюа, которого он поставит, мы сможем уничтожить через бомбу. Давай так сделаем. Посмотрим, что там. Угу.
Тратится хорошо, ребят, он тратится хорошо. Шалфансу здоровья мало. Как ты мне дурак, а, хмырь. Как же ты мне дурак. Да ты дек стал уже, а. Сов корень. Бесконечный, что ли, эти гаргантюа? Куда ты его все убираешь-то мне, блин, а? Все, он куда-то убирает их, блин. Так, орех. Да иди ты в пень, блин. Короче, ребят, сейчас орех запуливаем. Должен запульнуть. Ну все, на этом, надеюсь, блин, доигрался. Балалайщик. До свидания, наверное, я могу. А, какое до свидания, ребят? Еще нет. Пока этот хмырь живет, мы ничего ему не сделаем. Теперь можно. Знаешь, как мы это сделаем? Смотри, сейчас мы как хитро с тобой сделаем. Так. И вот так. И вот так. Интересно, есть у него? У него хилка, наверное, есть, да? Так шел хорошо, ребят, и так сдулся. Да, 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 да. На своих этих гаргантюашках сыграть хотел. Знаем мы такие колоды, сами играли. Так, давай-ка попробуем за вспышку на солнце поиграть. Да-да, тут сам пацан. Ну, здесь опять заразительное сальце. Вы что-нибудь попроще можете дать? Что-нибудь попроще, вот нафиг. Слушай, ну то, что добор энергии сразу же на первом ходу, это хорошо, ребят. Это прям чудесно. Это прям, блин, великолепно. Ах, ты гнида, ты вшивая.
Ну давай этого уберем отсюда. Так, понял. Он думает, что я сюда кого-то буду ставить. Хе-хе-хе. Пускай пыхтит. Что делает? Двух выстрелил. Ты видал, что утворяет? Чингачгук-то, а? Ну, если я сделаю тупо вот так. И вот так. Беда. Я сам себе сейчас только что поднасрал, так скажем. И это мягко сказано. Кого бомбить-то мне? Что-то там дашь мне? Фруктовый микс? Фруктовый микс. Куда его? Сюда, наверное, влепить. Бомбанет же, да? Конечно же, наружку прописать надо. Как же без этого-то? Мне 4 хп. Ребят, 4 хпшки. Четыре в лицо зарядит. Все, ребят, фиаско. Ты мне дал клубнику, а фиг ли мне от нее толку-то? От этой клубники. Да нет, ребят, все тут финиш. Даже если бы я бомбанул бы, тут неизвестно кто. Я, в принципе, догадываюсь, кто в этих. Которые увеличивают в 3 раза урон, скорее всего. Вспышка, что за дела, я не могу понять. Да изначально какая-то ерунда, а не карты выпали. Что там досталось, какая-то фигня. Гриб этот, я даже не понял, откуда он взялся. Где вот эти клубники были, когда они нужны, а? А что я дальше не могу поменять? Клубника эта нужна была, а ее где? Не было. Ну, давай сделаем так. Будем смотреть. Хорошая выпала карта. Хорошая. Наносит 2 единицы урона. Так, ну что, банан выставим, наверное, да? Или этого? Давай, наверное, я банан поставлю.
там заморозка. У него заморозки не будет. Угу. Банана! 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 Сейчас ему этот банан будет поперек горла стоять, да? Ну и ее-то мы бомбанем. И ниндзю этого бомбанем. Это, в принципе, не проблема. Это, в принципе, не проблема. О, парень, да у тебя с картишками-то вообще беда. Лютейшая идет. Ну как же без банана? Конечно, бананы. Поставим этого парня. И это все, что ты мог сделать? Так, ну что там, заморозка на ландшафте, скорее всего, будет, да, я так понимаю? Поэтому мы сделаем немножко по-другому. Угу, меня не удивил он этим абсолютно. Он заморозил клубнику. Да, он заморозил клубнику. Да, вообще... Крэзи какой-то, заморозил клубнику. Ладно. Так, ну что, давай сделаем таким вот образом. Вон у тебя кто. На, балабешник тогда. Так, кто там? Бери ты свою хрень, херовину эту. Достал уже в корень просто. У него еще одна акула. У него еще одна, ребята, акула. И... Понятно. Тогда до свидания. Ну, бывает такое. Бывает. Бывает, я проигрываю, бывает, он проигрывает. Все когда-то проигрывают. Ну что, еще протику? Или возьмем Бонг Чоя? Тысячу лет за него не играл. Давай попробуем за Бонг Чоя поиграть. Ну, а что делать? 31 ранг нам выпадает. И выпадает разгром. Ой, разгром. Окей, хеллоу. Ну, кто бы сомневался. Кто бы сомневался, друзья мои, что ты сделаешь именно так. Я не успокоюсь. Так, ты в лицо. Огурец. О, как. О, как даже. Наверное, он так зря сделал. Yeah.
Так, привет, прости, что отвлекаю, но посоветуй, кого брать. Блин, не успел прочитать. Черт, не успел прочитать, что там. Так, бронявый, да, значит? Бронявый. Блин, как мне броня вот сбить? Что если я сделаю так? И вот так. И броня его вот так вот в стороночку-то двинем. Так, что там был за вопрос? Привет, проси... Так, привет, проси, что посоветую, кого брать из зомби-героев? Займеха, профессора Мозгатака или Нептус? Ну, лично я бы взял бы Займеха. Потом, наверное, скорее всего, взял бы Нептус, а в конце уже взял бы профессора Мозговая Атака. Но это лично я, ребят. Так, ну что, бомбанем, наверное, по Харе ему, да? Не нервировал просто здесь уже. И этого отсюда берем. И вот так еще сделаем. Так, что? О, как. Ну, ребят, мне тут вот этого... А, нет, сейчас пока не могу. Сейчас пока не могу поставить этого. Ой, ой. Ой, какая благодать, друзья мои. Как раз под этот... Как раз под мой огурчик. Космический, конечно же. Так, парень, уже поздно. Нет. Нет, это уже не сработает. Пойми, это уже не сработает. А что? Ребят, все по чесноку. Все по чесноку, все как и должно было быть. Ну что, еще разочек. За Бунгчой. И опять, ну тут уже 40-й ранг, ребят. Тут Аконе. Аконе. Ну раз это Нептус, он любит всякие тут надгробия, он любит очень жирных зомби, поэтому ядерный гриб пригодится нам. А мне дают добор сразу же. Мне сразу же дали добор. Плохо, ребят, спортивная колода, чую, будет. Будет, чую, спортивная колода. Сумоиста будешь ставить, нет? По идее, должен поставить сумоиста, ребят. Ну, надгробие должно быть. Иди отсюда. Предсказуемый. Давай еще одного сумоиста. Нет, ребят, не сумоист на этот раз. Я могу сделать, знаешь что? Добор, который мне необходим. Я знаю, что он сейчас на следующем ходу хочет сделать, ребят. Поставить тренера. Вот это, конечно. Он сейчас поставит тренера. Это само собой. Нет.
Не тренер? Друзья мои, не тренер, не шиша. Может, ага, уничтожает. Ну ладно. Сколько интересно у него еще камней, ну валунов я имею в виду. Даже так. Даже так. Или-или. Так, он его что, будет перемещать, что ли? Прикинь? А как он так сделал-то? Почему он у меня погиб-то? Да это ты что там делаешь-то? Старые песни о главном начались, короче. Все. Уже не знаю, что придумать, да? Все на этом. Поехали. Единиц здоровья. Давай подумаем, как мы можем ему пробить. Угу. И все? Бонусная атака, наверное, будет, да, скорее всего. Как они там переиграются, я не знаю, ребят. Давай сделаем так. О-о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 -
Это прям удача какая-то. Да, сразу побежал восстанавливать здоровье себе. Ладно. О, слава тебе. Как говорится, да? Слава тебе. Делаем так. И делаем вот так. А применить некуда, да? Мне и без этого уже нормально карт. Так что, до свидания.
Ну вот здесь, ребята, просто фарт. Выпала хилка, все как-то так выпало. Я говорю, иногда вот у врага вот точно так же, ребят, срабатывает у вражины. Понимаешь? Ты просто вот ему идет в руку та карта, которая ему нужна. Вот мне сейчас нужен был отхил все это. И на тебе, пожалуйста. Как, знаешь, как мана небесная тебе на голову упала. Ну, она не всегда падает на голову. Это мана небесная. О, видишь, что творит? У нас хеллоу. Интересно, сейчас примет, применит 3 единицы урона нанести. А, у него валун есть. Валунчик у тебя есть, ладно. Сейчас будет раскачиваться, да? Так, хил мне выпал. Так. Он что, собирается вирус применять? Или чего? Вот даже как. Понял. Я все, друзья мои, прекрасно понял. Ты серьезно? Ты посмотри, а? Восемь и три. Да. Блин, мне одной единички здоровья не хватает буквально, ребят. Угу. Переместили. Мне бы один ход прожить. Проживем, да? Проживем. Так, он берет энергию, ребят. Ой, энергию заклинания. А что он там взял? Нам не показали, что он взял. Ты заколебал ты уже своими заклинаниями. Шпиорис, блин. Что-то он там мутит, ребят. Что-то выжидает, что-то непонятно, что, правда. Ну не может же быть у него курабойщик. Так ведь?
А кому крышка? Да, ну, ребят, что-то тут переврали. У него выпал 24-й ранг. Понял. Может быть, просто паника его взяла врасплох. Рэй атакует меня. Ну, вот сейчас посмотрим, ребят, как профессор будет меня мутузить. Ох ты. Давай. Горохострел, это, конечно, хорошо, ребят. Че ты, голодранец, рыжешь ты мне? Рыжет он здесь. На 100% у него, наверное, не один чудик-то этот. Опять этот гриб выпал мне ядерный. Нету у меня пока ничего. Нету у меня пока ничего. У него заклинашки должны быть. Но он их не тратит. Эврика там или еще что-нибудь. Почему? Не знаю, ребят. Скирдует. Ну, если поставлю, например, этого, что будет? Ничего хорошего, да? Видишь, Папандопола вылез. Ой, ой. О. Это вот будет поинтереснее, ребят. Так, танцоры. Ага, вот как. Ну, мы-то урвали свое, что нам надо было. Это самое главное. Мы свое урвали. Так. А дальше что делаем? Дальше мы сделаем вот так вот. Он же любитель ландшафтов, да, ребят? Шаманство. Слушай, очень много карт добирает. Энергия. Зачем это ему все? Я не знаю, что он задумал. Рикошет случайно. Он, да, вот, вот это убери. Вот это вот. Ну, зачем виноградину-то ты убрал? Ну. Идиота кусок. Приплыл ты, наверное, парень, я так понимаю, все. Твоя амфибия этот. Все. Так, ну что, ребят. Потом мы выставляем. Да, да, правильно понял. Выставляем вот этого парня. И все.
Ух ты, кто у него тут, посмотри. Зомби-астронавт размещает. Ну да, доберет он одну карту, ребят. Доберет одну карту, а мы следующую что сделаем? Заклинашку, наверное? Или как? Да иди ты со своим этим хламоном отсюда. Что-то и бабушки. Даже не дал доиграть, ребят. Даже не дал доиграть. Это, честно говоря, бесполезно. Ему играть тут получится все равно по полной программе. Этим ландшафтом, кстати, очень мало кто, ребята, пользуется, который дает 5 плюс 5. А по мне, так он хорош. Но единственное, что его очень тяжело удержать. Потому что его обычно перебивают. Но если нету у кого-то ландшафтов, он об этом очень сильно пожалеет. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.